Воспитанники детского сада «Звездочка» приняли участие во Всероссийском фестивале робототехники, который состоялся в Москве. Дети презентовали проект автономного агропромышленного комплекса для развития Сабеты. Юные технологи заняли 3-е место в номинации «Творческий проект». 18 марта в городском дворце культуры «Октябрь» состоится конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда». В этом году свои таланты в номинации «Соло» и «Ансамбль» продемонстрируют 85 участников. Победитель станет обладателем гран-при. В эти выходные в Новом Уренгое пройдет ежегодный праздник народов Севера. По традиции массовые гуляния развернутся в южной части города, на озере Молодежное и на площадке возле Дома детского творчества. Программа мероприятий размещена на официальном сайте администрации города.